Всем привет, с вами Артур. И сегодня у меня в ремонте Volvo XC90. Ремонт переда. Итак, автомобиль прибыл ко мне. Начинаю ремонт. Ну а спонсор сегодняшнего видео — крупнейший рынок швейцарских автомобилей. Более 100 предложений каждый день. От страховых компаний, банков, государственных служб. Доставка автомобилей по указанному адресу. Сайт работает на 4 языках. Информационная поддержка. Зайдите на сайт и купите свой автомобиль. Ссылка в описании. Первым делом разбираю передок. Автомобиль разобран, и мне нужно сделать два лонжерона. Правый чуть больше, левый чуть-чуть. Начну с наименьшего. Металл здесь серьезный, поэтому приходится все греть. С левым лонжероном я справился быстро и легко. Теперь приступаю к ремонту правого лонжерона. Здесь уже работы побольше.
Это все, что мне удалось вытянуть, буду резать. Погнутый металл правого лонжерона равняю на столе. Теперь буду сваривать все обратно. Для этого установил усилитель бампера. Немного корректирую размеры. Теперь все куски лонжерона привариваю обратно. Ну и последние шаги сварочных работ.
Итак, сварочные работы закончены. Сейчас я подкрашу лонжероны и начну сборку. Лонжероны сварены, покрашены, обрабатываю их антикором. Последний этап, устанавливаю детальки переда.
Моя работа закончена. Эта работа заняла 25 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!